желаете отужинать, ваше королевское высочество? Ничего не нужно. Можете идти. Увидимся на выходных. Нет, на следующих. Ну, раз уж вы в дворце так решили. Есть вероятность, что вы еще станете королевой. Я хочу помогать людям. Браво! Ты всем даришь свою любовь. Тебе надо научиться ее принимать. Доктор, это Диана. Я покажу вам больницу. На первом этаже есть столовая, но она уже закрыта. Можем заскочить ко мне и поужинать. Я не шучу. Я не знаю, как с вами связаться. Как у обычных людей, у меня есть мобильный телефон. Хотя не как у обычных, у меня их 4. Ваше здоровье. И ваше. Он не носится со мной, как с принцессой. Он как будто не знает, кто я такая. Может, и правда не знает. Может, у него нет телевизора. Ты самая знаменитая женщина в мире. Пользуйся этим. Я хочу обратить внимание людей на проблему мирового значения. Я влюбилась в кардиохирурга. Никогда и никого так не любила. Если ты любишь так сильно, это должно быть взаимно. Куда мы едем? На самый край королевства. Тебя ждут несколько непростых дней. Если я женюсь на тебе, мне придется жениться на всей планете. Это невозможно. Все на свете возможно. Я же хирург! Как я могу работать, когда мне в лицо тычут камерами? Диана! Когда ты любишь, ты забываешь про осторожность. Вы мне твердите, что все хорошо. Это не так, все плохо. Доди Альфаед приглашает вас на свою яхту. Ты уверена, что тебе стоит соглашаться? Неужели ты поедешь с ним только от одиночества? Я делаю все, что могу, чтобы мы были вместе. Диана! Диана. История любви. В кино с 5 декабря.